Их святые мощи извлекли из воды, порубили топорами на части, облили бензином с кислотой и бросили на два больших костра. Три дня и две ночи Юровский с подручными совершали дьявольский обряд всесожжения. Труп собаки Джимми, принадлежавший княжне Анастасии, оставлен на месте злодеяния как свидетельство ритуального убийства. Пепел и все, что осталось от сожженных тел, бросили в шахту. Шахта была взорвана ручными гранатами. Палачи ставили в известность председателя ВЦИК Свердлова шифрованной телеграммой. Москва. Секретарю совнаркома Горбунову. Передайте Свердлову, что все семейство постигло та же участь, что и главу. Официально семья погибнет при эвакуации. На месте преступления обнаружены бриллиантовый нательный крест государя, кусок шинели и пряжка ремня цесаревича, флакон, бриллианты, палец руки императрицы, медальоны лазанки царевен, пенсне и вставная челюсть лейб-медика Боткина. Свыше 1000 вещественных доказательств найдены следователями Наметкиным и Соколовым. Соколов, просеявший всю землю близ шахты, не нашел ни одного зуба, ни единого их осколка. А именно зубы, как известно, труднее всего поддаются уничтожению. Соколов пришел к выводу, что честные царские главы не сжигались, а были увезены. Известно, что через сутки палач Шая Голощекин выехал из Екатеринбурга в Москву. Он вез с собой, упакованные в деревянные ящики, три железные бочки. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Быть может, необходима искупительная жертва для спасения России. Я буду этой жертвой. Да свершится воля Божья. О святый царю и помазанник Божий Николая, моли Бога, да отпустит Господь грех народа, не возбранившего убиение Твое, да избавит страждущую страну российскую от лютых безбожников за грехи наши и отступление от Бога попущенных. Когда распяли Иисуса, взяли одежды Его и разделили на четыре части, каждому воину по части и хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу: не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании: разделили ризы мои между собою, и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины.
Враги России, захватив державные бразды, набросились на сокровища дома Романовых. Сняли с тел царственных новомучеников бриллианты, разворовали, разбазарили, продали по дешевке все, что имело отношение к династии. А это свыше 10 миллиардов золотых рублей. Личная библиотека государя перекочевала в библиотеку Конгресса США. Джозеф Дювин в те годы в сердцах произнес: «Я не понимаю, как может нация так торговать своими сокровищами? Они их продают, словно груз медной или оловянной руды». Эшелонами уходили национальные ценности на распродажу. Десятками эшелонов в переплавку. Теперь, чтобы поглядеть на сокровища России, нужно пересечь океан. Аукционы идут там уже более 70 лет. Эти аукционы одели романовскими сокровищами весь американский высший свет и породили моду а-ля Рюс на десятилетия. Поэт Сергей Бехтеев писал на третий день бескровной русской революции: «Предатели, рожденные рабами, свобода лживая не даст покоя вам. Зальете вы страну кровавыми ручьями, и пламя пробежит по вашим городам. Не будет мира вам, блудилище разврата, не будет клеветам и зависти конца. Восстанет буйный брат на страждущего брата, и меч поднимет сын на старого отца. Пройдут века, но подлости народной страниц истории не вычеркнут года. Отказ царя прямой и благородный пощечиной вам будет навсегда». Основанный трудами преподобных Германа, Зосимы и Савватия Соловецкий монастырь. В 1923 году здесь создали Соловецкий лагерь особого назначения «Слон». Отсюда потянутся каторжные тракты по всему лицу России. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Преподобный Максим Грек в XVI веке сказал: «Страна, которая приступила заповеди Божии, должна ждать себе казни от Бога». О предстоящих казнях за грехи предупреждали преподобный Серафим Саровский, святитель Феофан Затворник, святой праведник.